Всем привет! Мы на левом берегу. Вон там у нас наличники на деревянном доме. Видео специально для Дины из Тюмени. Дина, привет! Снимает нас, конечно же, Женечка. Но Женечки в кадре не будет. Вот это один из домов по улице Социализма. На левом берегу города Углича. Можно сказать, что он, наверное, самый древний дом. Как раз специально для Дины, я так поняла, что на фанате это деревянных домов. Очередной старый дом и доски, которые, наверное, или что-то будут строить, или что-то уже разобрали. Это все та же улица Социализма города Углича на левом берегу. Та же улица Социализма. А вот следующий дом уже новый. И батарея у меня, к сожалению, разряжается. Ну, я сейчас попытаюсь заснять улицу Социализма полностью. А вот тут немножко за заборчиком видно, наверное, плохо, правда, эту улицу Социализма. Точнее, дом на улице Социализма. Ну и, наверное, пока... А, кстати, дом изначально был старый, поверх него построили новый, как принято. Но это все равно кусочек старого дома Углича по улице Социализма. И, наверное, на этом пока все. В следующий раз мы заснимем вам чуть побольше и чуть подольше.